Бюро находок ищет. Водительское удостоверение на имя Бигбаева Эдуарда Салаватовича, утерянное 31 января. Обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. Бюро находок имеется. Паспорт на имя Мифтаховой Алии Рафаиловны. Ключи от автомобиля «Лады» от квартиры, найденные в конце января в районе ресторана «Варис». Флешка, найденная в середине января около магазина «Тысяча мелочей». Медаль ветерана труда, найденная в районе гостиницы «Кама».